Здравствуйте, сегодня хочу распаковать посылку с Брокарта. Тут две коробочки и небольшой такой продукт, который я хотела заказать. Ну, она приходит вот так вот. Кстати, это была курьерская доставка по Киеву, она на определенную сумму будет бесплатной. Давайте начинать. Вот так посылка выглядит внутри. По стоимости вышло 1500 гривен. Тут две коробочки бьюти-бокса, также лак для ногтей и салфеточки определенные. Давайте начинать с этого бьюти-бокса. Я не помню, там был, по-моему, первый и какой-то еще. Я уже не помню, если честно. Вот такое наполнение должно быть в этом бьюти-боксе. И сейчас будем все это открывать. Первый продукт это от Clarins. Здесь у нас какие-то пробнички в очень классной такой упаковке. Она какая-то такая, ну, эко-френдли. А, я вспомнила. Это у нас будут такие вот три спонжика многоразовых для того, чтобы снимать макияж. Они органические. Ну, их можно многоразово использовать, и это очень классно. Так что я очень рада, что ну, теперь у меня есть такие спонжи, и можно использовать их вместо ваточек или пафов. Следующий размер это от Venus или Venus, я не знаю, как правильно читается. Это гель-крем для душа с орхидеей розой, 250 мл. Тут очень хороший состав. Он не должен сушить кожу, и срок годности тут до 04.2022, то есть, в принципе, есть запас. Я не буду открывать его, я, скорее всего, презентую знакомой, которая очень любит такие гели для душев и душа, и я надеюсь, что ей подойдет оно. А следующий продукт это Пайот, крем коллагеновый, дневной, здесь 15 мл, и он еще с лифт-эффектом. У меня как раз дневные крема почти закончились, и этот будет как вариант на пробу. Следующий продукт от этого же Venus Lab, это концентрированный ретинол ночной. Здесь 30 мл, 6 месяцев после открытия можно использовать его. И вот так вот выглядит бутылочка, оно такое ярко-красное. Я так понимаю, что его нужно носить на ночь, на очищенную кожу. Ну, я буду искать тут описание по-итальянски почему-то только. Вот такое. Буду смотреть, но я сейчас его не буду использовать. Буду использовать, когда будет не такое яркое солнце. Следующий продукт – это кремовая маска Egg с кремом. Но она не кремовая, а все-таки ну, такая... Мне кажется, что она тканевая, подтягивающая, кремовая. То есть, скорее всего, я это маме дам, потому что мне так прямо такие не нужно. Здесь тоже масочка Larvol, если правильно читаю. Тканевая, лифтинг эффект. Тоже дневное, как пишут... Дневной уход и Pink Racon, это гидрогелевые патчи для щек и также для под глаза. Но оно красиво выглядит, прикольно. И здесь их вроде бы должно быть 3 штучки. То есть как бы тут в разных местах нужно его клеить. Ну, прикольно. То есть кому-то на подарок, может быть, тоже будет прикольно. И тут роза, и они должны быть, походу, вот такого цвета или как золото. Не знаю, буду смотреть. Также, как всегда, от Альфа Парф Милано, у них вот этот пробнички. Я, кстати, недавно пробовала этот пробнички. Мне очень понравилась маска, а вот этот мне шампунь, колошинг не очень понравился. Ну, поиспользую. Также повтор витамин С, колистар, крем и серум определенный. Ну, в принципе, они неплохие. Я пробовала на отдыхе, мне понравилось. Это концентрированный витамин С. Также вот такой вот, прямо целый набор пробников. Это от Айзенберг. Дневной такой анти-эйдж крем. Потом для глаз. И здесь вроде бы даже меньше 3 мл, а до этого было 5 мл дневной крем. Belle Royale Guerlain. Это серум для глаз, это крем для глаз. Арнаут крем дневной и ночной, концентрированный какой-то. Parallel Cable, PSE, не знаю. Шоссе, тоже тут много чего есть.
ночной крем, потом дневной крем под глаза и также крем под глаза снова же. Так, от Clarins SPF 15, то есть это скорее всего флюид, ну он как бы foundation, то есть это получается как будет тоналка, я так понимаю, с каким-то экстрактом, буду смотреть. А потом Dream Night Mask от Kenzoki, даже такой первый раз вижу, и Givenchy крем какой-то. И вот этот крем я, кстати, пробовала с предыдущего бокса. Ну, неплохой такой, интересный, и запах приятный. В принципе, это все с первой коробочки. Но еще вот расскажу про вот эти вот салфеточки, которые для того, чтобы уменьшить потоотделение, да, и жирный блеск с чайным деревом. Здесь оно сорме, здесь 100 их, и оно такое маленькое в картонной упаковке, то есть то, что я искала для сумочки. А также от Rimmel лак для ногтей, то, что я хотела, в принципе, заказать, 60 секунд, оттенок 0167. Срокгодности здесь с запасом, там 3 года и от августа 2020 года. То есть, в принципе, можно попользоваться. И такой приятный цвет. Интересует, что-то вы из этого пробовали? Если да, то напишите, пожалуйста, ваш отзыв. И спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на канал. И всем удачи. Пока.